Подача. Жарков. Ух ты! Прекрасный мяч забил Александр Жарков. Подладился. И с левой ноги. Мне, честно говоря, не хочется сейчас портить настроение нашим болельщикам, но был мяч, который в Лиге Чемпионов Юрий забил, играя за Челси в ворота российского клуба. Но там еще сложнее было по исполнению. Сходу без шансов для вратаря. 2-0. Ну вот и красивое увидели тоже.